Уникальное событие не только для нашей школы, но и вуза. Очень часто мы ограничиваемся лишь теми теоретическими знаниями, которые получают студент, которые мы даем им на парах, на лекциях. Тот выход за пределы университета, предложение действительно каких-то реальных кейсов, это тот уникальный способ вовлечения уже действующих студентов в ту реальную жизнь, которая им предстоит после выпуска. Проведение компетентностной олимпиады – это очень важное мероприятие и очень важный, на мой взгляд, элемент образовательного процесса, которые позволяют судить о том, насколько готов выпускник выходить в большой мир, в мир бизнеса. Она очень интересна для студентов, потому что здесь в свободной форме студенты могут свои профессиональные компетенции показать вот в разработке стратегии, да, заочный и очный тур, и одновременно они могут в креативной форме представить себя, команду, показать все те компетенции, которые заложены федеральным государственным образовательным стандартом. Я считаю, что на базе университета должны создаваться вот такие фокус-группы, которые могут помогать предпринимателям правильно составить свои бизнес-планы. То есть видение у людей у многих есть, но нет механизма правильного описания тех процессов, которые у них происходят. Я считаю, что университет мог бы помочь этим.